сейчас связь потеряна. Ну, это просто очень много китайцев. У них очень много китайцев. И связь прервалась. Очень много. Ребята, у вас что, глушилки с собой? Только что все было хорошо. Все, они ушли. Давай. Здорово, сегодня у нас Phantom 4 Pro здесь. В огромном рюкзаке, блять, огромный Phantom 4 Pro, тяжеленный, здоровый. Эту хрень надо с собой таскать постоянно, чтобы снимать. И сейчас мы узнаем, не зря ли мы ее таскаем. Только у Phantom 4 Pro есть поддержка частоты 5 Гц. У всех остальных, Mavic, Spark, у всех только 2,4 Гц. Ну, еще Inspire 2, но он очень дорогой. И сейчас мы проверим, насколько стабильна связь на 5 Гц. Есть ли разница между 2 и 4. Я использую антенну DBS и Delete, но она только для 2,4 Гц. Писал письмо в немецкое представительство. Мне четко ответили, что для 5 Гц она не предназначена, эта антенна. Для 5 Гц они выпустили отдельную антенну, специальную версию. Именно для Phantom 4 Pro, она только вот недавно вышла, буквально месяц. Но у меня вот для 2,4 Гц. Но она все равно работает с 5 Гц. Все это занимает много времени. Так, 2,4 Гц. Мы находимся на Воробьевых горах, вот для МГУ. И полетели. 900 метров. Связь отличная. Три деления. Два. Полтора километра. Одно деление. Два. Одно. Километр 600. Слабый сигнал. 2,100. Пропал связь. 2 километра 100. Вернулась. Давай пробуем еще. Слабый сигнал. 3 деления антенны. 2,800. Два деления. 3 километра. 3,100. Связь неуверенная. Одно деление. То два, то одно. 3,300. 3,400. 3,500. Пока летим, но связь нестабильна. Все. 3,800. Нестабильная связь. Пробуем 4. Не хочет. 3,800. 2,4 Гц, 3,800 отлетели на Воробьевых горах. Связь была нестабильна. Ждем возврата. Ждем, пока вернется. Поменяем батарейку. Включим 5 Гц и полетим опять. Стабильный сигнал нужен не для того, чтобы ставить. Связь опять пропала.
не для того, чтобы ставить рекорды дальности, а для того, чтобы быть уверенным, что ты вернешь свой дрон. Чем стабильный сигнал, тем больше вероятность, что он вернется назад. А когда улетает 100 тысяч, хочется быть уверенным, что они вернутся. Например, если произойдет потеря спутников и пропадет сигнал с пультом, то коптер не вернется. С коптером можно распрощаться. Но если сигнал будет стабилен, и даже GPS пропадет, у меня такое было. GPS пропал, включился режим без GPS, и он начал дрейфовать. Но благо сигнал был стабильный, антенна была в порядке, и я его вернул. Хоть косо, криво, но вернул. Это важно, чтобы сигнал был стабилен. Теперь пробуем 5 Гц. Переключаем. Здесь стоит специальная прошивка, ну точнее приложение с конфигурацией, которая разблокирует 5 Гц. Вот здесь менюшка 5,8 Гц. Включаем. Прерывается сигнал. Он его переподключает на 5 Гц. Полетели. Летим в то же самое направление, на той же самой высоте. Все то же самое, только меняем 2,4 Гц. На 5,8. 2 километра проехали. Ни намека на то, чтобы связь прорывалась. Ни одно деление не убавилось, ни разу. Абсолютно стабильная связь. 3900. Четыре. Впереди, перед нами вот куча-куча антенн на крыше здания. Но нам все похер, у нас 5,8 Гц. Четыре пятьсот. Четыре пятьсот в центре Москвы. С паркинга. Связь есть. Впереди виднеется Кремль. Но в Кремль мы не полетим. Расстояние 4700. Четыре восемьсот. Просто дальше 5 я не полечу, мне уже сыкотно. Ну, 5. Связь есть, она стабильна, не прерывается. Ладно, давайте еще 5 100. Впереди Кремль, храм. 5200, 5250, 5300. Короче, связь есть, уже 5300, я полетел домой. Дальше уже Кремль, там летать нежелательно. Связь стабильна, она не прерывалась. Почти до Кремля долетели, до храма долетели. И это на паркинге, то есть здесь машины, автобусы, куча народу. Помех тут очень много. Короче, итоги такие. 2,4 Гц, 4 километра, 5,8 Гц, те же параметры, та же высота. Улетели на 5300, еще был, можно было лететь дальше, но там уже был Кремль. Yeah, I know.